покойника. Вот покойчик. Уж самый покойный покойчик. И шума нет вовсе. Шума нет. Да чай конного войска вдоволь скакуну. То есть это вы извольте насчет блок говорить? Так это же будьте покойны. Если блоха или клоп укусит, уж это наша ответственность. Уж с тем стоим. Ступай, выносите с коляски! Тебя как звать? Алексей. Ну, послушай. Алексей. Алексей. Рассказывай, кто у вас тут живет? Да живут теперь много. Все номера почти заняты. Кто ж именно? Швахнев. Петро Петрович. Швахнев Петрович. Ругин. Полковник. И полковник, хорошо. Степан Иванович. Утешительный. Утешительный? Играют? Да уж 6 ночей сряду играют. Пара целковиков. Покорнейше благодарю. После еще будет. Покорнейше благодарю. Между собой играют? Нет. Недавно обыграли поручика Артуновского. А? У князя Шенькина выиграли 36 тысяч. Вот тебе еще красная бумажка. Если послужишь честно, еще получишь. Признайся, карты ты покупал? Нет, они сами брали вместе. У кого? Да у здешнего купца в охране. Врешь! А? Врешь, полу. Да вот. Ей-богу. Ладно. Мы с тобой потолкуем уже. Ставь ее здесь. Теперь ступайте, приготовьте мне умыться и побриться. Сюда иди. Сюда. Каков вид, а? Каждая дюжина золотая. Потом. Трудом досталось всякое. Легко сказать. До сих пор рябит в глазах. Проклятый краб. Но ведь зато... Ведь это тот же капитал. Детям можно оставить. В наследство. Вот она. Вот она, заповедная колодушка. Просто перл. За то ж тебе и имя дано, да? Аделаида Ивановна. Послужи-ка ты мне, душенька, так, как послужила сестрица твоя. Выиграй мне также 80 тысяч, да я тебе, приехавши в деревню, мраморный памятник поставлю. В Москве закажу.
Эти господа теперь в общей зале. Пойду взглянуть на них. Что за народ? Что? Издалека идти? Из Рязани. А сами, стал быть, тамошней губернии? Не-не-не. Сами смоленской. Так поместье, стало быть, выходит это, в Смоленской губернии. Ну да. В Смоленской 100 душ, да в Калужской 80. Ну. А, понимаю. В двух, стало быть, губерний. Ага. Ух. Так. У нас так одной дворни, о! Да. Это Игнатий буфетчик. Ага. Павлушка, который прежде с барином ездил. Герасим лакей. Да. Иван тоже опять лакей. Иван псарь, Иван музыкант. Потом повар Григорий, повар Семен. Ворух садовник. Ворух садовник? Дементий кучер. Во как у нас. Да. Право, я боюсь, чтобы он не застал нас здесь. Ничего. Степан Иванович его удержит. Ой! Какой барин? Да теперь из Рязани! Помещик? Помещик? Играет? Играет. Вот тебе красуля. А? Вот тебе красуля. Рассказывай все. А вы, барин, не скажете, а? Не бойся. Что, как он теперь? Выигрыши, а? Ну, да вы полковника Чеботарева не знаете? Полковника Чеботарева? Нет. Нет. А что? А что? Да недели три тому назад мы его обыграли на 80 тысяч деньгами. Да коляску варшавскую, да шкатулку одной выжиги дали на 600 рублей, а? 80 тысяч, а? Думаешь, что-то нечисто? Сейчас проверим. Скажи, любезный, а что делает барин, когда остается один дома? Ну, как что делает? Ну, известно, что делает. Он уж барин, держит себя хорошо, он ничего не делает. Врёшь! Чайкарт из рук не выпускает. Я не могу знать, я с барином всего две недели с ним прежде всего по Лужке ездил. А у нас еще есть Герасим лакей, Иван тоже опять лакей, Иван псарь, Иван музыкант. Да, на медь ни одного из деревни взяли. Слушай. Думаешь, шулер? И очень может быть. А попробовать? Все-таки попробуем. Попробуем. Проворные господа. А за бумажку спасибо. Будет Матрёнина чепец. Да по стричонкам тоже опять по прянику. Эх! Люблю походную жизнь. Уж всегда что-нибудь приобретешь. Пошлёт барин купить чего-нибудь. Ну, уж всегда. С рубля гривенечек, а положишь себе в карман. Ой! Как подумаешь, а? Что за житье господам на свете, а? Чё? Куда хуже катай? Наскучило в Смоленске, поехал в Казань. Не захотел в Казань, в Рязань. В Рязань не захотел.
Валяй под самый Ярослав. Только до сих пор не могу понять, какой из городов будет партикулярнее, Казань или Рязань. Думаю, что Казань. Ничего особенного, как мне кажется. А впрочем, хотелось бы мне их обчистить. Господи, боже ты мой, как бы хотелось, а? Как подумаешь, право, сердце бьется. Просто рука дрожит, никак не могу бриться. Прикажете, что покушать? Как же. Принеси закуски на 4 человека. Ага. Икры. Ага. Семги. Ага. Бутылки 4 вина. Ага. Послушай. Алексейс. А? Много они тебе дали? Кто-с? Да уж не изворачивайся, а говори. Так это, пожаловали за прислугу. Сколько? 50 рублей? Да-с. 50 рублей дали. От меня не 50, а вон, видишь, на столе лежит 100-рублевая бумажка. Возьми ее. Ну что боишься, не укусит. От тебя не потребуется ничего, кроме как честности, понимаешь? А, так. Карты пусть будут у Хромейкина или какого другого купца, это не мое дело. Вот тебе в придачу от меня 50. Понимаешь? Понимаю. А что ж тут не понять? Извольте положиться, это уж наше дело. Только карты спрячь хорошенько, чтобы тебя как-нибудь не ощупали или не увидели. А хорошо было бы, и очень бы хорошо. Хорошо было бы, и очень бы хорошо. А уж как, признаюсь, хочется поддеть их. Красна углами, как видите, 4 стула всего. Приветливый ласки хозяина дороже всяких удобств. Не с комнатой жить, а с добрыми людьми. Именно правда. Вот я бы не мог быть без общества. Помнишь, Васильевич, как я приехал сюда? Один-одинешенек. Вообразите, знакомых никого, хозяйка старуха, на лестнице какая-то поломойка. Урод естественнейший. Вижу, убивается около нее какой-то армейщина. Видно, натощака. Словом, скука смертная. Вдруг судьба послала мне его, в этом случае свел с ним. Уж как я был рад, вы знаете, как я был рад. Я просто час не могу прожить без дружеского общества. Все, что не есть на душе, готов рассказать каждому. Это, брат, порок твой, а не добродетель. Излишество вредит. Ты, видно, не раз был обманут. Да? Я обманывался, я всегда буду обманывать, потому что, вы знаете, я не могу без откровенности. А я, признаюсь, это не понимаю. Быть откровенным со всяким, дружба – это другое дело. Так,
Но человек принадлежит обществу. Принадлежит, но не весь. Нет, весь. Человек принадлежит обществу. Человек принадлежит обществу. Принадлежит обществу, но не весь. Человек принадлежит обществу, но не весь. Человек принадлежит обществу. Не спорь, брат! Ты не прав! Ай, пожалуйста, я докажу, пожалуйста, это рядом! Ага, это обяток! Это долг, когда готов! Зарапортовался! Горяч! Необыкновенно горяч! Еще первые два слова можно понять из того, что он говорит. А вот дальше ни черта не разберешь. Что он говорит? Не могу. Не могу. Вы знаете, когда дело коснется обязанности или долга, я тут уже вообще ничего не помню. Я обычно прям вперед объявляю. Я говорю, господа! Если будет толк, а что-нибудь подобное увлекусь. Право, увлекусь. Вы знаете, точно хмель какой-то, желчь. Так и кипит, так ну и кипит. Нет, приятель, у тебя, может, и кипит желчь, только не в этом случае. А? А что, господа, пока весь спор о священных обязанностях, не засесть ли нам в банчик? Извольте, если в небольшую игру, то почему нет? От невинных удовольствий я никогда не прочь. А что, ведь в здешнем трактире чай есть карты? Только прикажите. Карты. А между тем, господа, прошу. Валык, кажется, не того, игра еще так всяк. Ох, горяч, Степан, горяч. Да потому что человек принадлежит обществу. Принадлежит, но не весь. Да ел ко мне, человек весь принадлежит обществу. Принадлежит, но не весь. Валык, того, а? И сыр хорош, икра тоже не дурна. Какой отличный сыр мы ели, господа, две недели тому назад. Какой отличный, отличный сыр. Мы нет, ели. Никогда в жизни не позабуду я сыра, который ел я у Петра Александровича Александрова. Постенеш, сыр когда хорош? Он хорош, когда после одного обеда наворотишь другой. Вот тут его настоящее значение. Он как добрый квартирмистр говорит, добро пожаловать. Добро пожаловать, говорит, господа, есть еще место. А. Добро пожаловать, господа. Карты на столе. Ай, вот оно, старина! Старина! Слышь, Вахнёв, карты, а? Сколько лет? Да полно тебе корчить. А? 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 Хотите выдержать банчик? Небольшой, извольте. 500 рублей. Угодно снять? Четверка, тузик, оба по 10. Эх, подай, брат, и свою колоду, я выберу из нее карту на счастье нашей губернской предводительши. Позвольте присовокупить девяточку. Черт побери, параллель. 5 рублей мазу. А тандем? Позвольте посмотреть, должно быть две тройки в колоде. А вы что, не ставите? Позвольте мне эту талию переждать. Позвольте узнать, обе идут. Что-то не так. Карты другие, это же очевидно. Ты передергивай, ты все, что хочешь, шулер, брат. Обе. Первой степени. Неужели отказаться от 80 тысяч? Не возвышаете? Нет. Ну, конечно, отказаться. Коль нельзя взять. Ну, это еще вопрос. А пока с ним объясниться. Как? Открыться ему. Во всем. Для чего? После скажу. Пойдем? Поздравляю. Да полно вам тратить попусту заряды. Как? Ну, что толковать-то? Свой своего разве не узнал? Позвольте узнать, в каком смысле я должен вас уметь. Да просто, без дальнейших слов и церемоний. Мы видели ваше искусство, и, поверьте, умеем отдавать справедливость достоинству. Достоинству.
И поэтому от лица наших товарищей я предлагаю вам дружеский союз. Союз, Степан Иванович. Что? Что? Соединя наши познания. И капиталы. Капиталы! Петя. Соединя наши познания и капиталы, мы сможем действовать несравненно успешнее, чем порознь. Позвольте узнать, в какой степени я должен понимать справедливость слов ваших? А, да вот в какой степени. За искренность мы платим искренностью. Мы признаемся тут же вам откровенно, что сговорились обыграть вас, так как приняли вас за человека обыкновенного. Но теперь-то видим, что вам знакомы высшие тайны. Тайны. Хотите принять нашу дружбу? От такого радушного предложения не могу отказаться. Господа! Подадимте же всякий из нас друг другу руки. Отныне все общее. Притворство и церемонии в сторону. Исследовать глубину познаний. Ой, да признаюсь, это уже с самых юных лет было моим глубоким стремлением. Еще в школе, во время профессорских лекций, я уже под скамьей держал банк моим товарищам. Да, я так и полагал. Подобное искусство не может приобрести ни бы практикован атлет гибкого юношества. Помнишь, Вахнев, того необыкновенного ребенка? Какого ребенка? А вот расскажи. Подобного события не позабуду никогда. Говорит мне его зять, Пяткин Андрей Иванович, Швахнев, хочешь видеть чудо? Мальчик 11 лет, сын Ивана Михайловича Кубышева, передергивает с таким искусством, как ни один из игроков. Поезжай в Тютишевский уезд и посмотри. Я признаюсь, господа, тот же час. Отправляюсь в Тютишевский уезд, спрашиваю деревню Ивана Михайловича Кубышева и направляюсь прямо к нему. Приказываю себе доложить. Выходит человек почтенных лет, я рекомендуюсь, говорю, извините. Я слышал, Бог наградил вас необыкновенным сыном. Да, признаюсь, говорит, точно. И мне понравилось, господа, что, понимаете, без всяких вот этих вот оговорок и претензий. Да, признаюсь, говорит, точно. Хотя отцу неприлично хвалить собственного сына, но это в некотором роде чудо. Миша, поди-ка сюда, покажи гостю искусство. Но мальчик, просто ребенок, мне по плечу не будет, в глазах нет ничего особенного. Стал он, господа, метать. Да я просто потерялся. Это превосходит всякое описание. Да неужто ничего нельзя было заметить? Как? Я же смотрел в оба глаза. Никаких следов. Это непостижимо. Это феномен. 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 А я говорю феномен. Каждая, как ты
ребята. А позвольте-ка и мне сделать вам один вопрос. Да-да. Как поступали вы доселе, чтобы пустить в ход колоды? Ведь подкупать слуг не всегда можно, а? Да нет, сохрани бог. Это иногда опасно. Даже иногда означает самого себя продать. Не-не-не, мы делаем это иначе. Мы делаем это иначе. Как? Как? Я говорю иначе. Один раз мы поступили вот как. Приезжает на ярмарку наш агент. Останавливается под именем купца в городском трактире. Лавки еще не успел нанять, сундуки-бюки пока еще в комнате, живет в трактире. И сдерживается, ест, пьет, и вдруг исчезает неизвестно куда, не заплативши. Хозяин шарит в комнате, видит, остался один вьюг, распаковывает. А там 100 дюжин карт. Карты натурально сейчас были проданы с публичного торга. Пустили рублем дешевле, купцы вмиг расхватали в свои лавки, а в 4 дни проигрался весь город. Это очень остроумно. Это остроумно. Степан Иванович, тут того помещика. А вот того помещика я вам навожу. Это дело поведено было не дурно. Не дурно. Знаете, помещик этот есть. Аркадий. Что Аркадий? Ну, кто это? Дергунов. Дергунов. Аркадий Андреевич Дергунов. Аркадий. Богатейший человек. Игру ведет отличную, честность и беспримерный. Путей к поползновению, понимаете, никаких. За всем смотрит сам. Люди у него воспитаны, дом, дворец, это деревня. Все это по аглицкому образцу. Словом, русский барин, в полном смысле слова. Мы живем уже там 3 дня. Как приступить к делу? Просто нет никакой возможности. Но! Наконец-то! Наконец-то мы... Да, Павлично! Симонов, что же... Ну, да. В одно утро. Мимо самого двора пролетает трое. Ну что трое? В телеге сидят молодцы. Все это пьяно, как нельзя больше. Орет песни и дует во весь опор. На такое зрелище, как водится, выбежала вся дворня. Вся дворня ротозеют, смеются. Вдруг замечают, из телеги что-то выпало. Подбегают, смотрят чемодан. Чемодан? Ой, такой, да, чемодан. Чемодан. Слышь, остановись, машут руками, кричат, куды никто ничего не слышит, умчались, только пыль осталась по всей дороге. Вот это вы запомните, птица тройка, куда мчишься, да и ответ не дает. Чемодан! Развязали чемодан! Да. Там белье, кое-какое платье. 200 рублей денег. 200 рублей! Денег и 40 дюжин. Карт! А денег-то дурально не захотели отказаться, карты пошли на барские столы. А на другой же день в вечеру все и хозяин и гости остались без копейки кармане. И кончился банк. Это очень остроумно. Плутовством, разными подобными именами. А ведь это тонкость ума, развитие. Здрасте, здрасте. А эти люди не понимают игры. Здрасте. В игре нет лицеприятия. Игра не смотрит ни на что. Пусть отец целится мной в карты, я обыграю отца. Так. Не садись. Здесь все равны. Именно того не понимают, что игрок может быть добродетельнейший человек. А я знаю одного, который наклонен к передержкам и к чему хотите, но нищему отдаст последнюю копейку. А между тем, господа, ни за что не откажется объединиться втроем против одного, обыграть наверняка. Господа, так как дело пошло на откровенность, я вам покажу удивительную вещь. Господа. Знаете ли вы то, что называют сводная или подобранная колода, в которой всякая карта может быть угадана мной на значительном расстоянии? Нет! Да, что нет, я знаю. Ну, что-нибудь может быть другого рода. Могу вам похвастать подобной. Нигде не сыщете. Почти полгода трудов. Я 2 недели после того не мог на солнечный свет смотреть. Доктор опасался воспаления в глазах.
Вот она. Зато уж не прогневайтесь, господа, она у меня имя носит. Это как-то имя. Как человек. Аделаида Ивановна. Слышь, Махлев. А вот я нахожу, что это совершенно новая идея назвать колоду карт Аделаида Ивановна. Замечательно. Аделаида Ивановна. Аделаида Ивановна. Я нахожу очень даже остроумно. Превосходно. Аделаида Ивановна. Это же, она Аделаида, она у вас немка даже, да? Ты ж Кругель, это тебе жена будет. Аделаида Ивановна. Какой я немец? Дед был немец. И тот не знал по-немецки. Ну-ка. Господа, 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 это точно сокровище, господа! Господа, никаких совершенно признаков! Неужели любая карта может быть угадана вами на каком угодно расстоянии? Извольте, я встану от вас в пяти шагах и отсюда назову всякую карту. А нет. Ай-яй-яй. Двумя тысячами готов ассекурировать, если ошибусь. Eins, zwei, drei. Четыре, пять. Ну, это какая карта? Семерка. Так точно. Ну, а вот это. Валет. Черт побери, да. Так. Это. Тройка. Господа, это непостижимо. Непостижимо. Как это? А? Господи, давайте мы немножко еще рассмотрим. Господа, это просто чудо. Это же... Это стоит того, чтобы назвать именем, да? Аделаида Ивановна. Но позвольте заметить. Употребить ее в дело-то трудно. Но это разве слишком неопытным игроком? Ведь это же нужно подменить самому. Да ведь это во время самой жаркой игры только делается. Когда игра возвысится до того, что и самый опытный игрок делается неспокойным. Потеряйся только немного человек, с ним можно все сделать. Но вы-то знаете, что и с лучшими игроками случается то, что называется заиграться. Как поиграет два дни и две ночи сряду не поспавши, ну и заиграется. А в азартной игре я всегда подменю колоду, поверьте. Вся штука в том, чтобы быть хладнокровным тогда, когда другой горячится. А средств отвлечь внимание других есть тысяча. Но придеритесь тут же к кому-нибудь из понтеров. Скажите, что у него не так записано. Глаза всех обратятся в его сторону, а в это время... А в это время колода уже и подменена. А? Однако я вижу, вы кроме искусства еще владеете достоинством хладнокровия. О, хладнокровие. Приобретение вашего знакомства стало для нас еще значительнее. Слушайте, оставим ненужные церемонии, бросим лишние этикеты, станем говорить друг другу «ты». Ты! А? Ты! Ну, вот это бы давно следовало! А? Человек шампанского! Вот именно это стоит того, чтобы запить. Господа! В память дружеского союза.
Да, господа, вот мы собрались здесь для подвигов. Все орудия в наших руках. Силы есть, а вот только одного не достает. Именно, именно. Крепости не достает только, на которую бы идти, вот беда. Ну что делать, неприятеля пока нет, неприятеля пока нет. Что же делать? Неприятеля пока нет. Что, у тебя как будто лицо такое, которое хочет сказать, что есть неприятель. Есть! Кто? Да, я, да, ага. Есть! Даже я знаю, на кого ты метишь. На кого? Да ни на кого. На что? Кого? Да ни на кого, никто. Что это? Кто это? Все это вздор! Видите ли, здесь живет один приезжий помещик. Михаил Александрович Глов. Только я не понимаю, что об этом толковать, когда он вовсе не играет. Мы уже возились около него. Я месяц за ним ухаживал, в дружбу, в доверенность вошел. Все одно, ничего не сделал. Послушай, послушай, нельзя ли как-нибудь увидеться с ним? Может быть, почему знать? Потому что я тебе вперед говорю, что это будет вовсе напрасный труд. Ну да попробуем, а? Попробуем еще раз. Да приведешь ты человека, в конце концов! Степан Васильевич, да не успеем. Да просто поговорим. А, просто поговорим. А почему не попробуем? Не, попробуем. Почему не попробуем? Я его приду, мне это вообще ничего не значит. Ты приведешь ты человека. Я и теперь его приведу. Нет, давай, давай, давай. Что ты кричишь? Может быть, почему нет? Иногда дело кажется совсем невозможным. Боже мой, в конце концов, ты же не с Богом имеешь дело. А с человеком. Что такое человек? Человек – это человек. Сегодня нет, завтра нет, послезавтра нет. А на четвертый день как высадишь на него хорошенько. Скажет «да». Иной ведь только с виду корчит, что он недоступный. А приглядись к нему поближе, увидишь, даром тревогу подымал. Но этот не таков. Ох, если бы, а. Представить себе нельзя, как возродилась во мне теперь жажда деятельности. Надо вам знать, что последний мой выигрыш, 80 тысяч у полковника Чеботарева, был сделан в прошедшем месяце. С тех пор я не имел игровой практики на протяжении целого месяца. Представить себе не можете, какую испытал я скуку во все это время. Вот скука. Скука смертельная. Да я понимаю это положение. Это же все равно, что полководец. Что он должен чувствовать, когда нет войны? Да, это, любезнейший, просто фатальный антракт. Я по себе знаю. С этим шутить нечего. Ты веришь, приходит так, что если кто сделает 5 рублей банку, я готов сесть и играть. Так это же естественная вещь. И так иногда проигрывались искуснейшие игроки. Стаскуется без работы и наскочит с горя на одного из тех, которых называют боль и перетыка. А проиграется. Ни за что. Ни за что. Уф! Так, а богат этот Глов? О, деньги есть. Кажется, около 1000 душ крестьян. Черт возьми, подпоить его разве? Шампанского велеть подать! Вот! Не берет. А что ж с ним делать, как подъехать? Однако ж, я все думаю, ведь игра соблазнительная вещь. Мне кажется, что если бы он только подсел на минуту к играющим, он бы не утерпел потом. А вот мы сейчас и попробуем. Так, мы в сторонке с Кругелем. Здесь сделаем самую маленькую игру. Не нужно оказывать ему большого внимания. Старики подозрительные.
тебе рекомендую. Да в чем дело? Михаил Александрович Глобов! Я признаюсь, давно искал этой чести, живя в одном трактире. Мне тоже очень приятно познакомиться. Жаль только, что это случилось почти на выезде. Да, прошу покорно. Спасибочки. Да, ну ладно. Я вас очень прошу. Давно извольте жить в этом городе? Ох, батюшка, что мне так надоел этот город. И телом, и душой рад бы отсюда поскорее вырваться. А что же удерживает? Дела? Дела, батюшка. Такая комиссия мне эти дела. Вероятно, тяжба. Тяжба, слава богу, нет. Но, тем не менее, затруднительные обстоятельства. Выдаю замуж дочь, батюшка. А 17-летнюю девицу, вы понимаете мое отцовское положение? Вот приехал за разными покупками. А главное, заложить имение. И делать уже все, кончено. А приказ денег до сих пор не выдает. Ай-яй-яй-яй-яй. До сих пор денег не выдает? Даром, совершенно живу даром. А позвольте-ка узнать, какую сумму изволили заложить имение? В 200 тысячах, на днях бы должны выдать, да вот затянулось. А мне уж так опротивило здесь жить. Дом-то, знаете, все это оставил на самое короткое время. Дочь, невеста, все это ждет. Я решил не дожидаться и бросить все. То есть как бросить все? И денег не хотите дождаться, да? А что ж делать, батюшка? А вы рассмотрите мое положение. Ведь вот уже месяц как не видался ни с женой, ни с детьми. Писем даже не получаю. А Бог весть, что там делается, а? Это вы, господин Карадин, это... Я все дело поручаю сыну, который здесь остается. Ой, надоело возиться. А что же вы-то, господа? А, я, кажется, вам помешал. А вздор, это так, от нечего делать. Зачем занимались-то? Решили поиграть. Кажется, что-то похоже на банчик. Да. Ну какой-то, какой там банчик? Какой банчик? Да, для времяпрепровождения. Грошовые банки. Ой, господа, послушайте старика. Вы, молодые люди, конечно, тут ничего худого больше для развлечения. Да и в грошовую игру нельзя много проиграть. Все это так, да все. Я сам играл. И знаю. По опыту. Все на свете, господа. Начинается грошовым делом, а смотришь, маленькая игра как раз кончилась, большой. Послушайте старика, господа. Ну, видите, но вы тут же припишете важное следствие всякому вздору. Но это же обыкновенная замашка всех пожилых людей. Да что ж, я не так пожилой человек, я сижу по опыту. Да я же не об вас говорить-то буду. Об ком? А я вообще! Есть это у стариков. Есть. Вот если они над чем-нибудь обожглись, они почему-то твердо уверены, что другой непременно обожжется на том же. Да если они пошли какой-нибудь дорогою, да зазевавшись, шлепнулись о гололедь, они уже кричат и правила выдают, что по такой-то дороге никому нельзя ходить, потому что на ней в таком-то месте есть гололедь. И поэтому всякий непременно на ней шлепнется.
никак не принимают во внимание. Кто другой, может быть, не зазевается. Может, у другого сапоги будут не на скользкой подошве. Подошве, подошве. 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 У них для этого соображение. Нет. Да так, батюшка, так. С одной стороны, оно точно, есть тут грех, но зато же молодые. Ведь уж слишком много рыси, того и смотри, что сломит шею. Да в том-то и дело. У нас середины нет. У нас молодым беситься так, что не втерпешь другим. Под старость таким ханжой прикинется, что... Что не втерпешь другим. Такого обидного мнения насчет стариков. Какое же это обидное мнение? Это так правда и больше ничего. Позвольте мне заметить, твое мнение резко. Значит так, я совершенно согласен с Михаилом Александровичем. Я сам играл, играл сильно, но благая судьбу бросил навсегда. И не потому, что проигрался или был вооружен против судьбы. Поверьте, проигрыш не так важен, как важно душевное спокойствие. Ну вот одно это волнение, чувствуемое нами во время игры, кто что ни говоря, сокращает, видимо, сокращает нашу жизнь. Сокращает, 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 батюшка. Ой, как вы премудро заметили. Позвольте сделать вам один нескромный вопрос. Вот сколько времени имею честь пользоваться вашим знакомством, а вот до сих пор... А какой вопрос, старик Александр? Позвольте узнать, если струна-то щекотливая, который вам год? 39 лет. Представьте. Что ж такое 39 лет? Еще молодой человек. Ну что, если бы у нас, в России, было побольше таких, которые так мудро рассуждали? Господи ты, Боже мой, да чтобы ты было! Это просто золотой век. Уж как я, ей-богу, благодарен судьбе за то, что познакомился с вами, батюшка Степан Иванович. Поверьте мне, я также разделяю это мнение. Мальчишкам я не позволил бы и в руки взять карты. Но благоразумным людям отчего не порезвиться, не позабавиться? Например, почтенному старику, которому уже не плясать, не танцевать. Так, все так. Но поверьте, в жизни нашей есть столько удовольствий. Столько обязанностей, так сказать, священных, господа! Послушайте, старика! Для человека нет лучшего назначения, как семейная жизнь. В домашнем кругу. Все это, что вас окружает, ведь это же все волнение, ей-богу, волнение, а прямого-то блага вы не вкусили еще. Вот я, например, поверите ли, минуты не дождусь, чтобы увидеть своих, ей-богу. Вот как воображу дочь, кинется на шею. Папаш ты мой милый, папаш. Сын опять же из гимназии приехал, полгода не видал. Просто слов не достает ей богу так. Захочешь. Да помилуйте, помилуйте. Зачем же отеческие чувства мешать с картами? Отеческие чувства сами по себе. А карты? Карты тоже. Может, человек насчет чемодана спрашивает? Прикажете выносить? Лошади уже готовы. Лошади готовы. Извините, господа, на одну минуточку вас оставлю. На одну минуточку. Ну нет никакой возможности, а? Я же говорил это прежде. Я не понимаю, как вы не можете видеть человека с
стоит один раз взглянуть, чтобы понять, кто не расположен играть. Все-таки насесть бы на него хорошенько. Вот зачем ты сам его поддерживал? Прошу брать, с этими людьми нужно аккуратно, и то как раз догадается, что ему хотят обыграть. Вот что вышло с того, вот он уедет все равно. А еще не все дело кончено. Покорнейше благодарю вас, господа, за приятное знакомство. Вот. Ну, жаль только, что это прямо перед самым концом. А впрочем, приведет Бог опять где-нибудь столкнуться. Дороги биты, а люди толкутся. Как не столкнуться? Захоти только судьба. А уж вам-то, батюшка Степан Иванович, так обязан. Право вы усладили мое уединение. Ой, милый батюшка Михаил Александрович, чем мог служить, служил. Ой, ну если вы так добры, сделайте еще одну милость, можно ли вас просить? Ай, какую, только скажите. А вот успокойтесь, старика отца. Это как? Батюшка Степан Иванович, я ведь оставляю здесь своего Сашу. Прекрасный малый, добрая душа, но все вот еще ненадежен. 22 года. Что это за лета? Почти ребенок. Кончил учебный курс и ни о чем и слышать не хочет, как об гусарах. А я этому говорю. Рано, Саша, рано. Погоди, осмотрись прежде. Ну, что тебе, гусары? А почему знать? А может быть, у тебя штатские наклонности? Ты еще не видел почти света, Саша. Время уйдет от тебя. Ну, сами знаете, молодая натура. Ему там в гусарах все это блестит. Шитье богатый мундир и воздух чашечки бросает. Что ж ты кажете, склонности удержать никак нельзя. Ну, прости, Господи. Так будьте так великодушны, батюшка Степан Иванович. Саша-то остается у меня здесь один, а я возложил на него кое-какие делишки. Молодой человек, все может случиться. А? 22 года. Как бы приказные-то его тут не обманули. Возьмите его под свое покровительство, а? Надзирайте за его поступками, отвлеките от дурного. Будьте так добры, батюшка Степан Иванович. Батюшка Михаил Александрович, да. Все, что отец мог бы сделать для своего сына, все это я сделаю для него. Ой, вот так. Ведь как видно, когда у человека доброе сердце, Бог вас наградит за это. Ох, награди, ох, наградит, батюшка Степан Иванович. Прощайте, господа. От души желаю вам счастливо оставаться. Прощайте, добрые дороги. Господа. Прощайте. Михаил Александрович, я вас таки провожу к коляске и посажу. Как вы добры, батюшка Степан Иванович. Прощайте. Прощайте. Улетела птица. А было бы чем поживиться. Признаюсь, как он сказал, 200 000 у меня вздрогнуло в самом сердце. О такой сумме и подумать даже сладко. Ведь как подумаешь, сколько денег пропадает даром, без всякой совершенно пользы. Вот что из того, что у него будет 200 000? Ведь это все так пойдет на покупки каких-нибудь тряпок, ветошек. Все это дрянь, гниль. Ведь сколько даже так пропадает на свете, не обращаясь. Сколько есть мертвых капиталов, которые именно как мертвецы лежат в ломбардах. Право даже жалость. Признаюсь, я бы не хотел иметь у себя больше денег, как столько, сколько лежит теперь в опекунском совете. А я бы помирился и на половине. Я был бы доволен и четвертью. Врешь, немец, захотел бы больше. Как честный человек. Надуешь. Нет, не тебя. Так был. Только я люблю. Не тетя, господа, уехал, черт его побери, тем лучше. Не для меня красы твоей блистания. Остался сын. Отец передал ему и доверенность, и все права на получение денег из приказа. И повелел за всем надсматривать мне. Люблю в тебе я прошлое страдание. Сын молодец, так и рвется в гусары. Будет жатва, я пойду и сей же час приведу его к вам. И молодость погибшую мою. Молодец, утешитель! Господи, это ты... Я только сейчас понимаю, для чего он подбирался к концу и потакал.
ребенка. И молодость, и молодость погибшую мою. У него на этот талант необыкновенно. Способности да. невероятные. Нет, нет, ну признаюсь, когда отец сказал, что оставляет здесь сына, у меня у самого было. Мелькнула мысль, но это только на мгновение. А он уж тотчас же, а? Сметливость какая. И молодость, и молодость. Господа, 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 рекомендую. Александр Михайлович Хлоп. Отлично, товарищ, прошу полюбить, как меня. Здрасте! Очень рад. Очень. Знакомство наше вам. Ваше нам. Позвольте вас прямо в наши объятия. Ой! Ой! Господа, я... Только без церемоний! Без церемоний, Глов! Равенство первое, видишь, здесь все товарищи. Товарищи! Все товарищи, поэтому к черту церемонии съедем прямо на ты. Именно на ты! Именно на ты! На ты! Прошу. Прямо, Юнкер! На ты! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Господа, вы замечаете, в нем даже сейчас уже видно, что такое царское. Нет, твой отец, не говоря дурного слова, конечно, большая скотина. Извини, ведь мы на ты. Ну как ты вздумал такого молодца? Да в чернильную службу. Послушай, брат, послушай, брат, послушай, брат, послушай. Ну давай, рассказывай нам, скоро ли свадьба сестры твоей. А черта побери с ее свадьбой. Мне досадно, что из-за нее отец меня продержал 3 месяца в деревне. А, послушай, брат, послушай, брат, послушай, брат, рассказывай, рассказывай. А хороша ли она, сестра-то твоя? Ох, знаете ли, вот так вот хороша? Ага. Знаете ли, будь она вот не сестра, ну же еби-ей. Ебей не спустил! О! Это сейчас видно, гусары, господа! А скажи мне, помог бы ты мне, если бы я захотел ее увезти? А почему ж помог бы? Вот это то, что называется настоящий гусар. Такой духовный вид. А? Да, да, да. Это же вот настоящий! Человек шампанское! Шампанское! Вот, господа, все-таки вот это решительный мой вкус таких открытых людей. Я люблю, постой, душа! Дай обниму тебя! Дай же мне обнять его. Опусти его! Ну так и я заобниму его, если так. Господа! За здравие будущего гусарского юнкера! Пусть он будет первый! Первый рубака! Рубака! Первый! Волокит! Волокит! Первый! Пьяница! Первый! Первый! Ну, словом, пусть его будет, что хочет. Пусть его будет, что хочет! За здравие всего гусарства! За здравие всего! Господа! Господа! Вы сейчас же должны посвятить его во все гусарские обычаи. Да, и я бьет он, как видно, уже сносно. Ну это все вздор. Надо, чтобы картежник был в полной силе. Играешь в банк. Играл бы смену, хотелось бы денег нет. Денег нет, стоп, денег нет. Было бы только с чем сесть. А там деньги будут, сейчас прям выиграешь. Да здесь сесть-то не с чем. А мы тебе поверим в долг. У тебя же есть доверенность на получение денег из приказа. Ага. Мы подождем. А тебе как выдадут, ты нам заплатишь. Да. Вот. До этого, брат, должен будешь нам написать вексель. А что я такое говорю-то? А что я такое говорю-то? Прям как будто ты непременно проиграешь. Ты что, ты можешь выиграть? Ты можешь выиграть несколько тысяч чистоганом. А как проиграю? Стыдись. Что ж ты за гусар-то после этого? Ну, натурально одно из двух. Либо выиграешь, либо проиграешь. А я проиграю! Как? Я в этом ты и есть все дело! В риске ты и есть главное добродетель! А я проиграю!
может! Наверняка ты приказная строка отважится! И жид полезет на крепость! Петя, сейчас хо-хо-хо! Я сейчас как тебе! Петя! А я всегда так играю! А вот от гусар, господа. А вот гусар. Что ты? Что мне смотреть на отца? Браво, юнкер! Жить! Вот так. Человек шампанского! Пошло, 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 пошло. Так, господа. Да? Главное, что нужно. Нужны отвага, удар, сила! Так и быть, господа. Я вам сделаю банчик в 25 000. Ну, гусар, ты ж Махнёв, что ставишь? Странное течение карт. Угу. Эх, любопытно для вычислений валет убит, господа. Девятка взяла, что там у тебя? О, что там, четверка взяла, господа, браво, юнкер, замечательный гриф, как он уже мастерски возвышает ставки, а? Потому что гусар, а тут-то, все еще не выходит, что ж ты, Швахнёв, не наливаешь-то ему? Вон она, туз-то пошел, господа, Кругель опять потащил к себе, видите, немцам снова везет, господа, четверка взяла, господа. Тройка взяла, господа! Браво, юнкер, дай посмотри! Илюха! Слышишь, Фактёв, гусар-то уже около 5 000 выигрыш! Стоп, черт побери, пролепе! Нет, вот что девятка на столе идет, и она! Ага, и 500 рублей масла! Ой, браво! Молодец, гусар, семерка, Нет, плие, господа, снова! Плие, черт побери, опять! Проиграл, гусар! Ну, нечего проделать. Не у всякого жена Мария, а кому Бог дал. Вот. Выиграл юнкер, господа, что ж вы его не поздравили? А говорят, пиковая дама всегда продаст. А я не скажу. Слушай, брат Свахнёв, где же твоя брюнетка, которую ты называл моей пиковой дамой? Где она теперь сердечная? Тебя пустилась во все тяжкие, да? Кругель, твоя убита! И твоя убита! Свахнёв также убит! Гусар так делал! Чёрт побери! Ва-банк! Браво, юнкер! Вот она, наконец, настоящая гусарская замашка! Замечаешь, Вахнёв, что настоящее чувство, оно всегда выходит наружу! Ты сейчас был виден, что будет гусар! А теперь уже гусар! Вот она! Натура-то как того! Убит гусар! Эх ты, бродяга! Ва-банк! Черт побери! Ва-банк! Ого! А ведь это 50 000! 50 000! Вот это, поди поищи, где ты найдешь такую черту, как великодушие. Да! Нет, это именно что подвиг! Именно! Да! Проиграл гусар! Проиграл! Нет! И тебя! Ва-банк, черт побери, ва-банк! Браво! Браво, юнкер! Это 100 000, господа! 100 000! Ай, браво, юнкер! Каков гусар, господа! Свахнёв, замечаешь? А как у него глазки горят, а? Глазки как горят! Барклай де Толевская, что-то видно, да? Тон героизм, да, вон он!
А король-то не выходит? Нет. А король-то не выходит? На тебе швактер бубновой дамы, на тебе немец съест семерку руте. Господа, решительно руте, просто карта поска. А короля в колоде, по-моему, нет, даже как-то странно. Вот, лопнул гусар. Вот он, Рудик. Лопнул гусар. Вабан, черт побери! Вабан! Уже просадил 200 тысяч. Прежде заплати, без этого нельзя начинать новые игры. Мы не можем тебе так много верить. Так где же у меня? У меня теперь нет. А ты дай нам вексель. Подпишись. Извольте. Я готов. И доверенность на получение денег от Эбберт нам. Вот я подписал. Давайте сыграть! Нет, брат, покажи-ка прежде деньги! Вот я вам заплачу, будьте уверены! Нет, брат, деньги на стол. Это что это? А как, это что это, господа же? Ведь это просто подлость. Нет, это не подлость. Это совсем другое дело. Шансы, брат, не равны. Известное дело, кто садится без денег, тот садится с тем, чтобы выиграть, наверное. Ну что вы хотите, господа? Назначьте какие угодно проценты. Я на все готов, я вдвое заплачу. Да что нам свои проценты? Вы сами готовы платить какие угодно проценты. Дай нам только взаймы. О, как? Сейчас, хорошо. Хорошо, скажите последнее слово. Не хотите играть? Деньги. Ты нам деньги принеси. И мы тут же сядем играть. Нет, правильно. Ну так прощайте же, господа! Больше меня не встретите! На этом свете! Да пока
сожжет. Не, ну прям так, что собачья, побежать за ним, чтоб сам деле как-то не застрелился. История, если этот черт вздумает стрелять. Да черт с ним! Пусть стреляется. Пусть стреляется. Только не теперь. Но не теперь же, деньги еще не в наших руках. Вот именно. Это беда. Я ж всего боюсь, беда. Это так возможно. Это беда. Получите! Ты что, рехнулся? Господа, представляете, же вдумался пистолет сунуть в рот. Что? Стыдись! Ты что, я все боюсь, ты что? Ты же умный человек. Ты что, из-за дряни вздумал стреляться? Я так, пожалуй, вся Россия должна застрелиться? Да. Но? Всякий или проигрался, или намерен проиграться. Да если бы этого не было, как же можно было вообще выиграть? Ты посуди только сам. Посуди. Но ты, брат, дурак. Да дурак. Вообще ничего не знаешь. Дурак. Я тебе скажу, ты просто счастья своего не видишь, позвольте заметить. Вот неужели ты сам-то не чувствуешь, как ты выиграл тем, что проиграл? Послушайте, вы что, меня в самом деле, что ли, за дурака считаете? Какой к черту выигрыш? Проиграть 200 тысяч, а? Не кипятись. Сегодня выиграл. Ты простофиля! А ты подумай, какую ты сейчас славу в полку этим сделаешь. Ты что? Слышь, безделица, я говорю, не будучи юнкером, а уже проиграл 200 тысяч. Да ты что? Да тебя гусары на руках носить будут. Что ты? Что? Что ты? Что ты? Что ты? Ой, 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 ой. А что же вы, а? А что же вы, господа? Думаете, а? Что вот у меня разве не станет духу? Наплевать на все это, если уж надо пошло, черт побери, господа. Господа. Да здравствует гусарство. Да здравствует гусарство. На все плюю, когда так. Молот держи в руке, и лишь подковы цвет на песке оставит память о том, кто жил, служил удаче, судьбе служил. Как громче песня судьбе назло, чтоб вместе, вместе нам повезло. Были растает подковы свет, для каждой прыгу и ваших нет. Ой, беда, домой как приеду, отец, отец. Тебе домой, да тебе, да. Тебе не надо ехать домой, тебе отсюда надо прям ехать в полк. Да, я не хочу. В полк надо ехать. Мы тебе дадим на бундировку, нужно Марат Шмакнёхам дать теперь рублей 200 денег. Да. Пусть его погуляет юнкер, я уже заметил, у нее есть одна черномазая. Гусар! Побегу прямо к ней. Возьму приступом. Приступом. Ну что, Шмакнёв, у тебя есть 200-рублевая? Да нет, откуда? А вот я вот дам ему. Дай, а? Дай. А? Погуляет нас. А, да здравствуй, гусары! Да здравствуй, гусары! Что мне за пришло? Давай мы его на руках покачаем, а? Как раз в полку качали, а? Ура! Ура! Иди прямо к ней. О. А нам за тобой можно? Нет! Никому нельзя, кто скажет, что-то разделки на саблях. Вообще-то на саблях. На саблях! Смотри, господа, рубаха какой, на саблях. Ремень задорит кольчок. Я думаю, что Грисель просто будет сперт завиять за бутыльник дорогой, кстати, Рома, и однако, бла-бла-бла-бла. Приходи потом рассказать, как дело было. Надо его пока мест ласкать, господа. Пока деньги сидят в наших руках. А потом черт с ним. Одного боюсь, Степан Иванович. Да как бы не затянулась выдача денег в приказе. Что, было бы скверно. Но знаете, на это тоже есть свои понукатели. Тут как ни ворочай, придется сунуть в руку тому и другому. Для соблюдения порядка. Чего? Почесаться, что ли? Интересоваться, чи не має тут глава Александра Михайловича?
Ні. Він зараз вийшов кутись. А що це ви хотіли? А? Я по їхньому делу з приводу грошей, денег, по-вашому. Гроші. Гроші ми так розуміємо. А ви не рішили, хто? І я оце службовед, чиновник з приказу. Ай, милості в рот. Прошу покорно садиться. Прошу покорно садиться. Прошу покорно. Дело в том, что мы все принимаем живейшую участие в этом деле. На? Да, потому что заключили некоторые дружелюбные сделки с Александром Михайловичем. Поэтому можете понять, что это не Боб. Нет, не Боб. Нет, не Боб. Будет искреннейшая благодарность. Дело только в том, чтобы скорее получить от приказа деньги. На? Там же, як хочете, аж ви джинісь за 2 тижні ніяк не можна. Ага. Чего? Это что, такое 2 недели, что ли? Да перестаньте, какие такие 2 недели? Это какие 2 недели? О, это страшно далеко. О, потому что вы все время, забываете, что с нашей стороны это благодарность. Чого це я забуваю? Нічого я не забуваю. Все це як годиться, якби з того ми тому кажемо 2 тижні, і якби на тебе місяць за 3 в нас прововтузилось. Просидили, значить. Гроші прийдуть не раніше, як тиждень за 1,5, зараз приказів ні копійки. Немає жодної копійки. Кілька днів тому отримали 1,5 тисячі, роздали 3 помощі, чекають, чого тобі заклали, має. Так, подождите. Подождите, це для других. Це для нас, по дружбі. Та що ми з вами як покороче познайомилися? Ну давайте, розказуйте, що ви, ви як? Слухайте, а як вас зовут-то? Как? Да не... Финтифлей Перпентич, да? Псой Стахач. Псой Стахач. На. Так это все одно почти. Слушайте, Псой Стахач, давайте будем... Давайте будем уже как давние приятели. Давайте, рассказывайте, как делишки, как служба. Да что та служба, мой друг, мы потихоньку. Да, доходов разных по службе вот этих воры. Короче, много берете-то? А как без того, поверкуйте сами, с чего же жить? Это что ж такое получается, Псой Стахач, что мне скажете? У вас в приказе все, что ли, хапуги? А що таке? Ви бачу, рохочете? Ні. Смішно. Панові, пане, отакі панки, письменнички. Літератори, по-вашому, все підсміюються на тими, хто грошики лупить. А як придивитись, хабарі всі беруть, там гори теж. То й хоча б ви самі тільки що вигадали шляхетніші назви пожертви. Чи ще якраз пойду теж хабар, що дітки, що чорт, одна біда. А я й обідився. А то. Заметно. Заметно, да. А потому що правильно, задета честь. Честь, честь, мав делікатно самі задіти. Але ви нічого сердитесь, я вже зробив свою пожив. Я подруга. Я по дружбе, Псой Стахач. Ну, давайте рассказывайте, как живете? Как маячитесь на свете-то? Дети, жёнушка, детки. Слава Ісу, послабых діточок. 2 сыночка уже по вітових училищах ходять. І ще 2 поменше. Перший голубо пенька бігає. А такой, другой ще взагалі речки повз. Да, і ручонками вот так вот умеет. Вот так все так вот. Ну, що це за пан? Знов за своє. Так это я подружка. Ты! Да моя подружка, Псой Стахач. Ну же договорились, мы как старые приятели. Ну давай, давай. Ну-ка дайте бокал шампанского, Псой Стахач. И пока, конечно, пускай, потому что мы потом к вам в гости-то поедем. А чому б ні? Ласкаво просимо, відверто кажучи, такого чаю, яким я вас приглашу, самого губернатора не знайдете. Ну, конечно, дорогонимось от купца. А від кого ж ексклюзив самой кяхти? Это как же так, Псой Стахач? От ви ж з купцями ділати не маєте. А от як. Купчик більше по своїй дурі мусив приплатити. Поміщик Фракасов, як що хочете знати, заклав маєток. Вже все зроблено, як годиться, лишається тільки гроші отримати. Вони там якийсь заводик змудрували з купчиком. Ну, самі розумієте, нам байдуже на який завод гроші. І скільки цей заводик мудрується, мене не обходять. Але купчик з великого розміру стендів у місті, що везде компанії, від нього гроші наближим часом. Мій підіслав до нього гінця, що він приготував 2 тисячі. Нібито як погодиться зараз видати гроші, а як рік будеш чекати. А вже до його фабрику завезли, розумієте, казани і поза. Тільки не в задаток чекають, крамор бачить, нічого не втім. Заплатив 2 тисячі і по 3 фунтів чаю кожному за нас. Ти хто скажет, хабар? Ой. А я скажу, Катюзі по заслузі не треба дурно бути. Ну хто його не волів язиком ляпати? Ваш дарується. Значить так, Псой Стахач. Значить, ми з вами вам дадим, скільки нужно. А вы там со своими начальниками уже сделаетесь. Спробуємо. Да, умоляю, только поскорее. Пробуємо. А я відверто кажу вам так швидко, як ви хочете, ніяк не можна. Перед Богом кажу, в приказі ані копійки. Але спробуємо. Хорошо. Как вас спросить в приказе? Ну,
Так и питайте, Псайстахич. Псайстахич. Эй, Замухришкин. Бывайте здоровы, панове. Вы же там почухайте. Не, брат, почухайте. Стой, стой, какие такие две недели-то, а? Это вы все время забываете. Что с нашей стороны, ты благодарна, Псайстахич, а? А где он? Стой, стой! Блин, а что ты делаешь? Ой-ой-ой-ой, где все-то? Да. Подожди, у тебя есть какие-нибудь деньги? Сейчас, друзья, я пойду догоню. Надо догнать от своих. 3000. Отдам, не пожалею. Стой здесь! Стой, стой! Стой, стой! Да, конечно, было бы лучше, если получить-то поскорее. А как нам нужно? Как нам нужно? Если бы он ломал его как-нибудь. А что, разве ваши дела? Я просто вам все время хочу шевелить! А, в общем, так. Раньше, чем через 4 дня, никак не может. А что тебе так приспичило? Неужто 4 дней обождать нельзя? Да в том-то и дело, брат! Для нас это очень важно. Да как это обождать? Да как это обождать? Ты что, нас в Нижнем ждут сейчас у начала? Обождать. Мы просто не сказали тебе еще. 4 дня назад тому получили известие спешить как можно скорее до бывшего, чтобы не стало хоть сколько-нибудь денег. Купец привез железо на 600 тысяч. Во вторник окончательная сделка, деньги получают чистоганом. Вчера еще один пеньки привез на 500 000. И что, дела абсолютно верные? Ну а как же это они неверные? Ты что, ты что? Нас бы не уведомляли. Так, господа, господа, надо что-то делать. Надо что-то. Сейчас всякая минута, дорогая господа. Ты, черт возьми, господа. Что же мы сидим-то? Ведь условились действовать вместе. Да-да-да-да-да. И в этом наша польза, господа. В этом наша польза. Слушай, что мне сейчас пришло на ум? Тебе-то спешить пока ведь еще незачем, а деньги у тебя есть. 80 тысяч. Дай их нам. А от нас получи векселя Глоба. Ты верно получаешь 150. Стал, что? Что, вот так? Стало быть, ровно вдвое. А нас ты даже еще обязан, потому что нам деньги сейчас так нужны, что мы готовы с радостью платить алтынь. За всякую копейку. Слышь, алтынь. За всякую копейку. Извольте, господа. А чего нет-то? Чтобы доказать вам, что узы товарищества. Вот вам. 80 тысяч. А вот тебе векселя. Месячна зоря ясная. Я побегу сейчас за Гловым, надо его сюда привезть, чтобы все устроить по форме. На кругель возьми деньги, отнеси в мою комнату, вот тебе ключик. Отправишь косулки. Хочешь на хвилиночку в гай.
чтоб к вечеру можно было ехать, чтобы к вечеру можно было. Полковник! Полковник Кругель. Ты не полковник Кругель. Еще ниженьки босы, замочишь холодную раз. Я тебе тоже советую, ты здесь не задерживайся. Ты как деньги получишь, сразу же давай к нам. Я ж тебе сердце. С 200 тысячами знаешь, что сделать можно? Ты знаешь, что можно сделать с 200 тысячами? Да просто ярмарку подорвать можно. Сам на руках веденесу. Я ж немцу позабыл важное дело сказать. Погоди, сейчас возвращусь. Аж до хатыночки. Сам на руках веденесу. Это ж каков ход приняли обстоятельства, а? Еще утром было только 80 тысяч, к вечеру уже. 200. Ведь это для иного век службы, трудов, цена вечных сидений, лишений здоровья. А тут в несколько часов, в несколько минут. Владетельный принц? Владетельный принц? Шутка. 200 тысяч. Какое имение? Какая фабрика даст 200 тысяч? Воображаю. Хорош бы я был, если бы сидел в деревне, довозился с старостами да с мужиками, собирая по 3000 дохода ежегодно. Образование. Образование. Образование разве пустая вещь? Ведь невежество, которое приобретешь в деревне, ведь его ножом после не обскоблишь. А время, на что было бы потрачено время? На толки старосты да с мужиком? Нет! 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 Я хочу с образованным человеком поговорить. Теперь я обеспечен. Теперь время у меня свободно. Захочу поехать в Петербург. Поеду в Петербург. Посмотрю театр, Монетный двор. Пройдусь мимо дворца. По Аглицкой набережной в летнем саду. Поеду в Москву и пообедаю у Яра. Могу одеться по столичному образцу. Могу встать наравне с другими, исполнить долг просвещенного человека. А что всему причина, а? Чему обязан? Именно тому, что называется плутовство? Вот вздор, а? Вот вздор. Вовсе не плутовство. Нет, 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 нет. Плутом можно сделать в одну секунду, а тут... Тут практика, изучение. Ну, положим плутовство. Но ведь полезная вещь-то, а? Ведь что ж можно без него сделать? Оно своего рода предостерегательство? Вот! Вот! Вот не знаю я всех тонкостей, не постигни все вот. Этого меня как раз надули. Ведь вот же! Хотели обмануть! Да увидели, что дело не с простым человеком имеют, и сами прибегнули к моей помощи. Нет. Нет. Ум – великая вещь. Я смотрю на жизнь совершенно с другой точки. Эдак прожить, как дурак проживет, это не штука. Прожить с тонкостью, с умом, с искусством. Обмануть всех! Всех. И не быть обманутым самому. Вот настоящая задача. Где? Дайте карту! Все, что погибло! Где?
сюда! Нет, Ой, я сейчас был в комнате, там пусто. Да. Они сию минуту были здесь, на минуту вышли. Как уж вышли? И денег у тебя взяли? Да. Мы с ними сделались, а вот за тобой остановка. Изволили спрашивать, где господа? Да. Да. Так они уже уехали. Как уехали? Да так. У них уже полчаса была готова тележка и лошадь. Ну, мы надуты оба. Погоди, погоди. Не могу понять ни одного слова. Утешительный сию минуту должен возвратиться сюда. Ты ведь знаешь, что теперь весь долг твой, ты должен заплатить мне, они перевели. Какой к черту долг? Павлович, послушай, неужели ты не чувствуешь, что в дураках? И проведен как пошлый пень. Ты что за чепуху тут несешь? У тебя, видно, до сих пор хмель в голове распоряжается. Да нет, так видно, хмель у обоих нас, да просись ты. Просись, ты думаешь, я глов? А я такой же глов, как ты, китайский император. Что ты? Что ты? И отец твой. А, старик-то. Старик, ну, во-первых, он и не отец. Да и черты ли будут от него дети. А во-вторых, он же не глов, а Крыницын. И не Михаил Саныч, а Иван Климович из их же компании. Послушай, ты! Ты не шути. Ты что? Ты что? О, какие шутки. Я сам участвую, так же обманут. Мне обещали 3000 за труды. Не шути, говорю тебе. Ты что? Ты что, думаешь, я уж дурак такой? И доверенность, и приказ, и чиновник сейчас был из приказа. Псой Стахич, Замухрышкин, ты что? Думаешь, я не могу сейчас за ним послать? Во-первых, он не чиновник из приказа, а отставной штабс-капитан из их же компании. И не Замухрышкин, а Мурзафейкин. И не Псой Стахич, а Флор Семенович. Да ты кто? Черт! Ты говори, кто ты? Я был благородный человек, по неволе стал плутом. Меня обыграли, в пух рубашки не остались. Что мне делать? Не умереть же с голода. За 3000 я взялся участвовать, провести и обмануть тебя. Не, я говорю тебе прямо. Видишь, я поступаю благородно. Мошенник ты. А ну-ка, пойдем! Пойдем! Куда? Куда? К правосудию! К правосудию! Помилуй, не имеешь никакого права. Как? Не имею права обмануть, украсть деньги среди бела дня мошенническим образом? Не имею права действовать плутовскими средствами? Не имею права. Вот ты у меня в тюрьме в Нерчинске скажешь, что не имею права. Погоди. Перевалят всю вашу мошенническую шайку. Будете вы знать, как обманывать доверие и честность добродушных людей. Закон! Закон! Закон призову. Так ведь закон. Ты бы мог призвать, если бы...
ЦМ не действовал противозаконным образом. Ну, вспомни. Ведь ты же объединился вместе с ними, чтобы обмануть. И обыграть, наверное, меня. И того, чтобы твои же собственные фабрики. Нет, брат? В том ты штука, что ты не имеешь никакого права жаловаться. Черт побери, а в самом деле... Но только какой дьявольский обман. Утешься. Так тебе же все вспол горе. У тебя есть Аглаида? Черт побери, Аделаида Ивановна. Ведь существует же к стыду и поношению человека эдакие мошенники, а? Но только я просто готов сойти с ума. Как же это было все чертовски разыграно. Отец и сын, и чиновник Замухрышкин, и концы все спрятаны. И жаловаться даже не могу. О, хитри после этого. Употребляй тонкость ума, изощряй. Изыскивай средства. Не стоит просто... Ни благородного рвения, ни трудов. Ведь тут же под боком отыщется плут. Который тебя переплутует. Мошенник, который за один раз... Подорвет строение, над которым работал несколько лет. Несколько лет. Черт возьми. Такая уж надувательная земля, да. Тому счастью, кто глуп, как бревно, ничего не смыслит, ничего не делает, ни об чем не думает, а играет только по грошу. В басту. Подержанными картами. Нет, не тебя. Так пылко я люблю. Не для меня красы твоей блистания. Люблю в тебе я прежнее страдание и молодость, и молодость. Погибшую мою.